Что происходит с открытием? Ползут самые невероятные слухи, какие-то люди в панике, кто-то бежит забирать свои активы, там акции, вроде говорят, что-то там происходит. Что же на самом деле происходит? Я дозвонился до своего, до старшего менеджера открытия. Он мне объяснил то, что можно говорить, я постараюсь вам сказать. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я хочу сказать следующее. Ну, в общем-то, для меня это было всегда очевидно, но многие просто опасаются каких-то вещей. Сейчас. Могу сказать следующее, прежде всего. Ваши средства, находятся в сохранности, по крайней мере. То есть рубли, доллары, акции российских компаний, акции иностранных компаний. Брокер сохранит в текущих ситуациях, сказать, не хуже, чем любой другой брокер, даже лучше. Вот это я могу гарантировать, то есть вашим каким-то вот активам ничего не угрожает, кроме того, что происходит вообще, сказать, с рынком ценных бумаг вообще в России, то есть как бы здесь на равных условиях. И я был абсолютно уверен всегда, что брокер прежде всего занят именно тем, что защищает интересы клиентов своих. И именно этим он занимается, то есть предпринимает титанические усилия для того, чтобы защитить средства клиентов и сохранить средства клиентов. Поэтому в ближайшее время вам придет, или уже пришло, там многим, по крайней мере, так сказать, есть отклики, в личном кабинете предложение перевести все свои активы, так сказать, там подписать, перевести активы к другой компании, к другому брокеру. Что это такое? Это предложение надо принять. У меня спрашивают, принимать, не принимать? Ну, безусловно, это надо принять. Это повлечет за собой следующее. Ваши просто ценные бумаги брокер переведет на учет к другому брокеру, и вы сможете наравне буквально со всеми другими торговать этими ценными бумагами. Насколько я понял, это касается исключительно ценных бумаг, пока которые на бирже СПБ, то есть иностранных эмитентов. То есть получится, что часть у вас бумаг будет по-прежнему в открытии брокер, часть бумаг будут зарегистрированы, будут вестись, учет будет у другого брокера. Как бы то, что я могу сказать. То есть ваши средства точно будут сохранены, и часть из них будет, по крайней мере, часть из них будет учитываться у другого брокера. К чему это приведет? Вот еще дополнительно я сразу ему задал вопрос, видно, что он его ждал. Смотрите, это приведет к следующему, к тому, что вам придется поставить еще один терминал Quick. Если вы торгуете через мобильное приложение, то будет вам выслано другое мобильное приложение. То есть вот сейчас над этим идет очень-очень активная работа. Ребята буквально не спят ночами, работают там с 8 утра, как он сказал, до 24 часов, до глубокой ночи. Значит, многие даже там спят буквально. Именно это сейчас происходит, особенно, программисты, потому что переписываются все, коды, которые направлены именно на вот это вот взаимодействие уже с другим брокером. Почему надо квик перекачивать, то есть новый квик устанавливать? У вас будет два квика.
Вот, для тех бумаг, которые зарегистрированы непосредственно у открытия, это все по-старому. И, значит, для тех бумаг, которые зарегистрированы у нового брокера, будет еще один квик. И там будут, естественно, будут переписаны все вот эти вот коды, коды рынка там и так далее, листинг. Ну, это колоссальная-колоссальная работа, поверьте мне. Поэтому вот происходит такая задержка, и происходила, и там, сказать, дополнительные лицензии покупаются. То есть все это сейчас происходит, все это будет. Ну, вы знаете, что до сих пор пока еще торги на бирже СПБ еще, так сказать, ну, не в полном объеме, как минимум, и пока только на продажу. Вот, с чем это связано? Это связано просто у всех брокеров абсолютно одинаковые проблемы. Дело в том, что биржи российские, они связаны, то есть транзакции идут через оператора Euroclear, и там все это заблокировано именно вот с той стороны, потому что это под санкциям, ну, просто для России. То есть, грубо говоря, SWIFT отключен для всех. То есть, не для только, так сказать, для открытия, для всех. Абсолютно. Поэтому есть проблемы. То есть, спрашивают, будут ли дивиденды. Ну, дивиденды-то будут, но, значит, они где-то там будут лежать. А, так сказать, после того, как проблемы с Евроклиром будут разрешены, все это поступит вам и в полном объеме будет работать. Пока эти проблемы не разрешены, то есть бесполезно переводить их там, какому-то другому брокеру самостоятельно и пытаться что-то там сделать. У всех брокеров абсолютно одна и та же вот, ну, как бы, проблема это чисто у всех российских брокеров стоит. Теперь дальше. Есть люди, которые говорят, я хочу перевести свои ценные бумаги, свои активы самостоятельно к другому брокеру, которого я выбрал. Ну, я вам крайне не советую этого делать, потому что, ну, во-первых, это займет времени, а много времени, а во-вторых, это будет стоить вам достаточно больших денег, потому что перевод ценных бумаг от одного брокера к другому, так сказать, там, то ли 800 рублей, то ли кто-то сказал уже 5000 за каждую бумагу, то есть это будет стоить копеечку. В данном случае вы просто ставите галочку, то, что вам предлагает брокер, и все бумаги будут переведены к новому брокеру. Насколько этот брокер надежный? Ну, как бы вам сказать это? Ну, скажу так, не менее надежный, чем открытие. Вот, как бы, поверьте мне. Вот, ну, больше я, наверное, не могу сказать, не имею права просто. Почему не имею права? Потому что это не потому, что там брокер что-то скрывает или еще что-то, потому что просто это в ваших интересах, именно в ваших интересах, понимаете? Вот, то есть здесь именно забота о ваших интересах, поэтому вот эта информация как-то вот обходится. Ну, а по поводу валюты я, наверное, сниму отдельное видео. Вот то, что я хотел сказать про открытие, про перевод ценных бумаг к другому брокеру, я сказал то, что мог сказать. Будьте спокойны, все будет хорошо. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить. Чуть больше я, наверное, смогу сказать в тех закрытых чатах, которые у меня есть. Это вот для тех, кто приобрел курс «Биржа для чайников», для тех, кто приобрел курс по опционам, там мы общаемся, но эти чаты закрытые, там я могу немножечко больше говорить, хотя тоже не так много, потому что, ну, закрыты-то они относительно, потому что все-таки там уже немало людей. Вот. Ну, а если вы не приобрели это дело, то, собственно говоря, у вас есть возможность купить курс «Биржа для чайников». Ссылочка вон там, вы увидите. И тогда вам придет приглашение в эти закрытые чаты. Кроме того, у меня есть ссылочка на канал, который я веду на YouTube. «Инвестор Демитков Юрий». Подпишитесь, ссылочку вы увидите в описании. И еще один момент, не теряйтесь, пожалуйста, я завел и уже транслирую все свои видео, ну, по крайней мере, новые,
в ВК, в Одноклассниках, где там еще Яндекс.Дзен стараюсь. Там немножечко сложнее у меня получается, там время уходит больше, там какой-то движок не очень хороший, но постараюсь, по крайней мере, в Яндекс.Дзен тоже все это копировать. Но в ВК и в Одноклассниках точно все это есть. В Фейсбуке тоже там есть сложности какие-то. И кроме того, в Фейсбуке я буду продолжать в этом... Ютубе я буду продолжать публиковать все свои видео, несмотря на то, что YouTube, кажется, на следующей неделе будет заблокирован тоже, но через VPN все будет доступно, поэтому как подключиться к VPN, у меня уже было видео. Пожалуйста, подключайтесь, и вы будете смотреть меня в полном объеме. Ну, правда, там будет уже реклама. Реклама будет там либо на английском языке, либо на японском, либо на голландском, в том методе, который я рассказал. Вот. Есть кто-то слухи распускает, что вот сервис Proton VPN там заблокирован. Ну, знаете ли, этого не может быть, потому что этого не может быть вообще, во-первых. А во-вторых, сервисов VPN не так мало, то есть можете подключиться к тому, который вам больше подходит. Я выбрал вот этот. Ну, собственно говоря, теперь все. Спасибо за внимание, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демидков Юрий.